дорогие, с вами Светлана Юсупова, и мы сейчас рассмотрим с вами еще серию упражнений из танцевально-двигательной терапии для того, чтобы вы могли исследовать свое тело. В предыдущей части мы с вами описывали, как можно двигать и исследовать самую тяжелую часть тела, это вашу голову. Следующая часть тела – это плечи. У плечей чуть больше есть степень движения, и мы также начинаем исследование с привычных для вас движений. Ну, давайте посмотрим. Все, что вы обычно знаете, это плечи вверх и вниз. Да. Также вы можете просто спросить, где вы это используете, ну, например. Да. Знакомое движение. Откуда я знаю, что это? Потом используйте вперед-назад. То есть привычные траектории, то, что вы когда-то изучали. Это может быть движение из стороны в сторону. Это может быть круговые движения. Вперед назад. И акцент только на плечи. Это может быть такие, как шейки. Растрясти свои плечи. И уже после того, как вы поделали знакомые движения, постарайтесь пойти дальше. Отпустить плечи и посмотреть, как они еще могут двигаться. Одинаково. Или в свободном каком-то полете. Самое главное, сделайте это с таким, знаете, внутренним удивлением. О, вот так может двигаться. Вот так. Или вот так. Или вот так. И после того, как вы поисследуете неизвестные для вас движения, позвольте плечам как будто повести свое тело абсолютно свободным способом, куда оно может вас повести. Наблюдаете, как продолжают двигаться ваши плечи, с какой интенсивностью, ощущая внутренний танец ваших плеч. И потом спокойно открываете глаза, делаете хороший вдох, радуетесь, что тело слушается вас. Пробуйте, экспериментируйте, используйте эти упражнения вместо утренней зарядки или вечерней зарядки. Самое главное, двигайтесь. И делайте это все с радостью. С вами была Светлана Юсупова из берегов Шарм-эль-Шейха. Если вам понравилось, ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на наш видеоканал, чтобы быть в курсе всех последних новостей. Спасибо вам огромное.